Волонтер Иван Скворцов о войне знает из рассказов своей прабабушки, которая не смогла встретить 75-ю годовщину Победы. Но, как признается молодой человек, он всегда будет помнить о ней и ее историях. Мы всегда собирались в кругу в семейном, и она рассказывала, как страшно было сидеть в окопах. Она была труженик тыла, санитарка. Какие ужасы она прошла. Иван – один из 10 волонтеров Самарского дома молодежи, которые стали почетными участниками акции «Свеча памяти». Из-за ограничительных мер в этом году она стала менее масштабной, изменилось и место проведения. Традиционно волонтеры собирались на набережной, в этот раз у стелы «Защитником Отечества». В первую очередь цель, чтобы эту дату помнили. Помнили не только 9 мая, но помнили 22 июня, когда началась эта страшная война. Когда весь наш народ поднялся на защиту своей Родины. И мы, как потомки тех победителей, внуки, правнуки, которые еще застали ветеранов живыми, донесли до своих потомков всю правду о той страшной войне. Волонтеры возложили цветы и свечи к монументу и почтили минуты молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.